уходит первый номер маэстро Аманит под седлом Руслана Сержажева уведет. Ну и дальним полем Марк Аврелий под седлом Мирзабека вырывается. В лидеры конь тоже далеко не самый простой в езде. Мы это видели и в прошлый раз. Марк Аврелий вырывается вперед. На втором месте маэстро Аманит. Третьим фестивал. Четвертым Арбудан. Далее сувенир. Ну, здесь едут явно не так резво, как в дерби. И маэстро Аманит, вот его непростой характер, его он демонстрирует и ведет по самой бровке, везет жокея Руслана Сержажева. Тут же рядом с ним Марк Аврелий, Фестофул выходит на второе, Аргудан четвертым, а далее полевой стороной Диалий Штурм, сувенир. Ну и замыкают у нас Серемей и Дубай Уэрлд Бас. Скачку канатом ведет маэстро Аманит. Перед трибунами при входе первый поворот. Маэстро Аманит лидирует Фестофул вторым. На третьем месте Марк Аврелий. И на четвертом Аргудан. Тут же рядом с ним Идеальный Штурм. Очень сильно оторвался первый номер маэстро Аманит. Что-то демонстрирует он нам в стиле Саахара. А при выходе на противоположную прямую лидирует с гигантским преимуществом. Его преимущество составляет корпусов, я даже не знаю сколько, ну 12, наверное, точно. За ним Фестофол и Марк Аврелий. Там же Аргудан, Идеальный Штурм, сувенир. По огромным преимуществам продолжает лидировать первый номер маэстро Аманит под седлом Руслана Сержажева. На втором месте Марк Аврелий. На третьем месте тут же Фестофол, на четвертом Аргудан, рядом с ним Идеальный Штурм. Сувенир начинает свой бросок, сувенир выходит на четвертое место. Дальним полем Серемей. Скачку продолжает вести маэстро Аманит, но похоже, что уже недолго ему осталось лидировать. Марк Аврелий в руках под седлом Мирзабека Капышева выходит вперед. Все, встал маэстро Аманит. Вторым Фестофол, на третьем месте тут же сувенир. Сувенир выходит на второе место. Скачку ведет Марк Аврелий. На втором месте тут же сувенир. Марк Аврелий, ну, лидирует Мирзабек в руках. Сможет ли сувенир его достать? На третье место выходит Серемей. Серемей, может ли он сделать бросок? Сувенир явно не берет пока что Марка Аврелия. И выход на финишную прямую. С большим преимуществом скачку ведет Марк Аврелий. После того Мирзабека Капышева. Нет. Никто его здесь больше не достанет. Сувенир, говорю. Марк Аврелий с огромным преимуществом впереди. Марк Аврелий приближается к финишу. И Марк Аврелий выигрывает сады Придонья, приз города Москвы. Серемей вторым. Сувенир третьим. Идеальный Штурм четвертым. И там очень кучно. Дубай Уэрлд Барс, Аргудан и Фестофул.